И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Заноза в уголке, и это новое прохождение игры Тачки 2. И давайте же начнем. Я не буду бросать игру на PSP, вот это прохождение Локо-Роко. Я буду делать их совместно, то есть это и это по очереди их буду выпускать. Также давайте начнем. Я не знаю, тут, наверное, вам будет громко, поэтому я буду молчать, когда будет идти ролик, потому что там сразу. Давайте посмотрим других, что там у них. Настоящий ли? Я все еще. Скорость. Хорошо. Скорость. Я вижу. Вот этого чувака. В Италии. Вот этого. Слушай, немыслимо. Я соревнусь. Настоящий агент. Нихрена себе. Эй, сколько мы уже давайте стоим? Давайте этот средний. Вон. Так что выберем его. Да и, кстати, он наш самый главный герой, так что я буду играть им. Может быть, в следующих этапах будем играть другими. Это у нас сейчас обучение, тренировка, точнее. Проходи тренировочные задания, чтобы зарабатывать очки шпиона. Получив достаточное количество очков, ты будешь награжден новым уровнем допуска. Добро пожаловать на базовые тренажеры школы Гудок. Приступим. Агент МакМиссл покажет несколько способов накопления энергии. Смотри внимательно. Эти маневры должен знать каждый агент. Поехали. Так, это не сейчас. Вперед. Сейчас показывай, на что способен. Стрелка вверх, влево. Как и в обычных гонках, что-то делать-то. Блин, а нового можно будет занос сделать. А, это прыгать. Он будет занос. Может быть, потом. Воу. Да у тебя талант. Став агентом, ты должен будешь часто перепрыгивать препятствия в поисках кратчайшего пути к цели. У меня колеса все время. Приятная деталь. При этом возрастает энергия. Прыгать. Ну вот, твоя очередь. Прыгай. Поехали. Достаточно. Вначале. Чё за... Ага. Я впервые играю в эту игру. Даже не видел геймплея. Чудесно. А теперь скольжение. Оно не только дает массу энергии, но и позволяет проходить повороты без потери скорости. Покажем, Финн? Легче, чем трамвай обогнать. Давайте, что надо нажимать? Пробел это раз прыжок. Спасибо, Финн. А теперь давай, твоя очередь. Что надо нажимать? Ага. Ага. А, то есть D это так нужно. Вот так вот. Правда, слегка неудобно. Да, надо еще нажимать. Хотя... Все... Левая рука находится там. Так что, может быть, и удобно. Что там? Спецвозможности. Что за спецвозможности? Что это? Воу. Врезались. Все, да, надоело. Прекрасно. Все. Да. Далее. Сохранение. Геймплей так прикольный. Скажу я по своему мнению. Так. Гонка.
И, наверное, на этом будет наш первый часть закончена. Смотрите следующие серии. Всем пока.